Всем здравствуйте. Сегодня у нас 17 января. У нас все хорошо. Продолжаем наблюдать за малышами. Видите, сколько малышей разных возрастов. Но это вот самые маленькие. Я им ничего не помогал, не подсказывал. Вот мне мамка ходит. И там за ним побежали. Просто наблюдал, как они себя ведут, как мамка себя ведет. Видите, ходят за ними, а малыши ходят за этой мамкой. То есть все хорошо, вмешиваться не нужно. Просто наблюдаем, смотрим за поведением. Всего-навсего. Много внимания не нужно. Просто нужно понимать, что вы ожидаете от этих животных. Какое поведение должно у них быть. Как они должны себя чувствовать. Вот и все. Они довольно-таки активные. Видите, прыгали, бежали. С ними все хорошо. Главное не тревожить, не пугать овец больших, чтобы они не затоптали малышей. Все-таки еще есть такая опасность, вероятность. То есть если большие взрослые бараны активные, которые гоняют овец, они могут, да, могут немного повредить. Ну, если бараны адекватные, как вот этот взрослый вожак стада, он не безумный, как некоторые молодняк, которые уже хотят вступить в взрослую жизнь активную. Они немного бешеные, скажем так. Чересчур активные. Ведут себя неподобающе. Вот так. Все хорошо. Малыши как малыши. Видите, все хорошо. Видите, как он идет. Не смотрит. Он гребет как танк. Малыши, если они маленькие, хрупкие, они не смогут удержаться на своих ножках, падают, их им просто ломают позвонки, растаптывают, и в итоге они у вас пропадают. Вот почему рекомендовано держать отдельно маленьких ягнят с их мамашками, пока они не окрепнут. И в стадо уже выпускать, ну, у кого какие, какое стадо, какие там, допустим, разделения. Допустим, вот это вот трехмесячный, его уже можно отдельно держать от таких вот, чтобы они не путались. Но они все равно еще кормятся материнским молоком, бывает. Кормятся до 4 месяцев, бывает, и такое. Подавилось солнце немножко, поперхнулось. Так что, у кого какие возможности? У меня вот такие вот реальные возможности, которые я вам показываю, рассказываю. Вот в этих условиях, с такими возможностями, я удержу хозяйство. Если кому интересно, заходите, смотрите, как я их держу, в каких условиях они у меня содержатся, какими кормами и все остальное прочее. Как я их разделываю сам же. Видите, выращиваю, разделываю все это сам. Какие у меня переживания по этому поводу. Вообще, какой я вообще человек. С какими интересами, с каким мировоззрением. Это, конечно, немаловажно. Если от всего отказываться, отхрещиваться, скажем так. Я нигде не интересуюсь ничем, ничего мне не интересно. Я живу просто как амеба. Живу, потому что живу еще. Это скучно, глупо, бессмысленно. Да, меня что-то беспокоит. Некоторые события, которые происходят в мире и в моей стране. Так что я иногда высказываю не резко, уважительно, толерантно, если хотите сказать. Но толерантность это никто не оценивает, не прислушивается, не слушается. Суть вопроса, проблем, которые у нас есть.
и вообще даже, скажу так, агрессивно к этому относятся некоторый контингент людей. Не буду говорить, кто именно, просто людей. Они могут быть везде, в любой части этого земного шара. Так что не хочу никого ничем обидеть, не хочу никому ничего навязывать. Просто этот канал не просто об овцах, а о какой-то породе. Это канал о жизни, о нашей жизни, моей семьи, допустим. Где я живу, как я живу, с какими проблемами сталкиваюсь, что я делаю, чем занимаюсь и остальное. Что мне тревожит, конечно, может быть, я какой-то акцент ставлю на это больше. Показываю, рассказываю иногда, немножко эмоционально высказываюсь. Это тоже нужно понять, почему я это говорю, почему я это... Потому что я, наверное, с этим столкнулся, в таких вот условиях живу. Не вот это вот в условиях, а просто условия жизни, которые нам как бы не то что создали, из-за чего они создались, такие вот условия работы, допустим, существования, вообще выживания в целом. Может, кому-то интересно, я очень на это надеюсь. Что это кого-то затронет. Затронет в том плане, что с вами разговаривает не какой-то там пропиаренный человек, там политик и тому прочее, там, не знаю, бизнесмен какой-то там, который рассказывает вам по понятиям, как из миллиона заработать, сделать 2 или 10 миллионов, куда вложить, как вложить. Это вот простая реальная жизнь простого человека, адекватного человека, здравомыслящего человека, если хотите, даже думающего человека. Но это уже вам решать. Многие рассказывают разные вещи, навязывают точки, разные точки мнения у них. Так что разные источники. В общем, заходите, смотрите, читайте, листайте плейлисты на различные темы, которые вас интересуют. Где-то я в общем рассказываю, показываю информацию к размышлению, где-то какую-то информацию выкладываю целиком. Всего доброго, всем мира над головой, благополучия в семье.